О, я пришел в сарай посмотреть. Снег идет. Володя в храме топит. Сегодня 16 ноября. Вот он. Вот. И опять еще ведро. Третье. Уже четвертое, пятое. Вот так. Через забор. Сколько нам на зиму угля надо? Я не знаю. Ну, привозят-то примерно-то знаешь, сколько раз? Ну, больше 10 тонн. 10 тонн. А почем тонна? Не помню сейчас. А вот это что за шуруп? Зачем он здесь на уровне глаза? Не знаю. Ну это ты же сделал? Нет, конечно. Это да вырвать надо, это опасно. Как споткнешься, сразу в него и воткнешься. Я же один не пользуюсь-то. Сейчас саморезами многие пользуются. Ну, можно отломить его. Зачем? Не надо ничего там. Ну кто же мог его сюда загнать-то? Кроме нас с тобой никого нету, мы двое. Летом-то пользуются не только эти мы. Ну еще. Летом же тут многих. Еще ходили. Специально сюда нам сделали такую беду? Нет. Это наше. Я не делал. Я вообще в руки не беру. А вот это у нас тоже дровишки. Дровишки. Хорошее место. Сарайщики. Дрова, все это. Еще больше нету. Коробочки свои. Дай-ка я оттуда выйду, оттуда мне лучше будет видно себя. Приходится доски под ноги, потому что там земля прилипает, и в избе все это делается, пыль, грязь. Вот доски настилаем. Вот, а тут у нас дрова на улице. Много привезли, он до туда идет. Слава Христу. Одно, чтобы ничего этого не сделать. Я пошел тогда. Вот сколько сразу. Это Сибирь, матушка. Надежда Васильевна выставила. Мы от нее должны вынести вот это у Золу. Это за водой ей сходить принести. Как барыня живет. Приходит кто, сразу ведра ему в руки. Вот так. Тут иногда кошечка наша гуляет. Оставляем ее. Тут у меня для воробьев специально закрыто, чтобы мышки не съели. Воробьев. Вот холодильничек. Вот так. О! Что такое? А? Ну-ка я сейчас посмотрю. Ой, прибежал. Вот так, надо посмотреть, чего у нас тут на улице, далеко не пройдешь. О, выскочил он, Володя там пошел. Понес ведрами, пошел снег. Подожди-ка, я книжки-то уберу. Давай. Давай, иди наверх, давай, иди. Вот она приноравливается. Ступай. Все, пошла.
Вот так. Посмотреть, какая тут погода. Этот сидит, задумался что-то. Володя там что-то делает. А, он снег отгребает. Ну, сейчас уже 7 часов 33 минуты. Встаем-то в 4:40. К 7 мы уже позавтракали. Видите, какая у нас жизнь размеренная. А в больших-то квартирах-то он ничего этого не может делать. Сколько человек движется, от этого здоровье. Вот он. Вот все, здесь 16 ноября. Вот тут. Заскочила, ее убирать надо, но мне неудобно. И вот на улицу. Вот видишь, как снег выгребает. Подворачивает его сюда рядом. Вот как бы заваленку делает. Тепло нагоняем. А везде тут снежок идет. Сибирь, матушка. Это у меня выскочила такая тут.